Напомним, что крупнейший банк страны анонсировал введение платы за наличные операции в кассах банка с 1 августа. Потом срок появления специальной комиссии перенесли на 1 октября. Размер комиссии должен был составлять 1 рубль за разовое обращение в кассу, независимо от количества платежей, которые будут осуществлены. Вырученные деньги собирались использовать на благотворительные цели. Сейчас в банке заявляют, что приняли решение о переносе ввода комиссии на неопределенный срок, чтобы сначала повысить финансовую грамотность населения, сделать более популярными платежи посредством каналов дистанционного банковского обслуживания, банкоматов и инфокиосков с использованием банковских платежных карточек. На сегодняшний день оплата по безналу составляет 60% от общего количества платежей и постоянно растет. Также увеличивается число пользователей систем интернет и мбанкинг.